Привет всем, это Вячеслав, канал Акибай. Это Лада Веста 2018 года выпуска. Сегодня с утра владелец данного автомобиля потерял единственный чип-ключ зажигания на автомобиль. Сначала он потерял выкидной чип-ключ зажигания с кнопками, потом он потерял ключик без кнопок с чипом. Он вызвал нас, мы вскрыли машину. Ключа в машине не оказалось. Что мы далее сделали? Мы сняли замок зажигания, его разобрали и по секретам замка зажигания заточили металлическое лезвие ключа по заводскому коду. То есть на компьютерном станке мы заточили данное лезвие ключа. Далее мы приехали сюда с диагностикой и привязали этот ключик к машине. Теперь машина дистанционно закрывается и открывается. Если мы вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем, машина заводится. Теперь у владельца Lada Vesta 2018 года выпуска есть выкидной ключик на три кнопки. Открыть, закрыть и багажник. Если у вас точно такие же проблемы, вы потеряли все чип-ключи зажигания, нужно изготовить дубликат ключа зажигания, отремонтировать ваш хозяйский ключ, то можете обращаться в нашу компанию Akibai, мы вам поможем.